Всем привет. Сегодня 11 октября. 9:26 вечера. Из Калуги выезжаем в Курганскую область на родину. 2400 километров, один день, 8 часов рисует. Со Степана Разина выдвигаемся. Светлана Геннадьевна надергала медяхи на бензин. И две дочурочки-любимочки. Ладно, поедем с Богом потихоньку. Покопать охоту монеток, крестиков и пуговок. Сегодня уже 12-е. Осталось 1000 километров. Вчера мы, напомню, выехали из Калуги 9:30 вечера. Сейчас время уже сколько время? 16:39. Но это московское. А местное это плюсом, наверное, уже 17:39. Остановились масло посмотреть. Объехать пробку. Говорю, все копаем. Во, где копать надо. Вот такую себе. Вот такую. И сиди, семечки, щелковые тыквенные. Да, девочки? Ладно, поедем мы дальше. Осталось 1000, думаю, к утру приедем. 200 метров, километров не доезжая в Уфы. Вот такая часовенка новенькая. Старая, разрушенная трава. Такая красота. Вот такая глубинка. Все, что осталось. Цветы. 200 метров до Уфы. 200 километров до Уфы не доезжая. В Курганской области все деревни умершие, обозначены примерно такими знаками. Последний житель покинул деревню в 67 году. Мы звали Андинушку ее. Когда я сюда приехал, тут уже домов не было. Я имею в виду маленьких. Вон, если видно, белый дом здоровый, наш правее стоял. Это озеро Хлуповское. Я думаю, это рыбаки, выстрелов не слышно. Сейчас здесь карась крупная, но то пересыхала раньше, но вот наполнилась. Здесь я нашел, в 12 году ездили, приезжали с кумом. Крест Георгиевский, ставлю фотографию, и 10 копеек, по-моему, масонские. Который подарил товарищу из Ижевска на обратном пути. Так что вот такой дальний коп. 2400 километров приехать покопать на родину. Хорошо, здесь тихо. Место это подвыбитое. Тут вообще в Курганской области вот есть деревня. Все, а дальше там находок нету. Только вот на деревне. Народу жило мало. Мелочь все. И вот такое у меня выскочило. То ли капусту рубить, то ли кресало старинное искру высекать. Я не знаю, что это. Подскажите. Но точно не украшение. Что-то остренькое. Вот такая штучка интересная выскочила. Нашел, где керамика пошла. Такая. Решил зашурфиться. Посмотрим, что будет. Так, я здесь шурфов не видел. Ну, здесь копка на копке. Я говорю, в 12-м приезжал, в 16-м, 18-м ходили, бродили. И люди здесь ходят. Она небольшая деревенька. И она, главное, что она не пашется. Поэтому я просто не знаю, где дома стояли. Вот керамику нашел, решил здесь зашурфить. Ну, хорошо, в Кургане шурфить не как у нас в Калуге. Трава, корни. Тут прям берешь он комками, прям моментом. Легко выкидывается. Ну, из находок пока, опять же, черепки, кость.
два кусочка железа от пугача, медная трубка. И вот здесь вычистил площадочку, сигнал у меня грязный, правда. Сейчас копанем, посмотрим, что там. Монет не было еще. Не знаю, может, я вообще где-нибудь не там копаю. Поэтому... О, что-то дерево какое-то. Сундук деревянный. Что сундук? Зубы. Очень большие зубы. Андатра какой-нибудь. Может, это хатка андатра? Озеро-то разливается. Нет ничего. Ладно, найду, включусь. В общем, кусок железа это ржавый, а не монета. Ну и донышко еще вот такое, кувшинчика, где денежки лежали. Ладно, будем искать зубы. Выкопал, тут три штыка получается. Ничего нету здесь, думаю, надо закапывать. Вот отсюда получается, ну скину сюда, чтобы легче закапывать было. Прозванивал в углу, извините, что там здесь. Выкинул, искал. Я ее нашел все-таки, парни. Девчонки и парнишки, а также их родители. Вы посмотрите, это медалька. Это медалька, ребят. Я думал, вообще монета. Представляете, какие люди здесь жили? Я говорю, здесь Георгиевский крест поднимал 4-й степени. Посмотрите, какой сохран. Ребята, все, это коп удался. Это круто. Сохран идеальный. Это два штыка с половиной, наверное. Все, ребята. Я не зря 2400 километров ехал. Сохран обалденный. Вот такие находки в Курганской области. Вот выкопал и метр на метр, и в глубину 70. И такая находочка. У меня такой не было. Не вижу, вам видно будет. А я-то вот не увижу. Слепой, что написано. Фотографию вставлю. Ну, на этом все, наверное, сегодня. Вот столько железа. Одна медяшка. Даже грушка какой-то маленькая попалась. Керамика. Сейчас последний отброс был. Вот такая ручка богатая. Глазурью покрытая от кувшинчика. Кости. Вот. Кончилась вода у меня. Катаюсь я с утра. Ездил на разведку по железу. Но тут зашурфился чуть. По находкам, значит, зачет медаль. Зачет вот это мне нравится, не знаю что. Кресало похоже, ну не знаю. Было что-то здесь. Сделана какая-то запчасть, ее согнулась. От створочки. Навес какой-то. Навесик маленький. Еще запчасть одна какая-то. Но медалька хороша. Это в память
300 лет царствования дома Романовых, 1613-1913. Всем удачи, копайте и найдете. Всего хорошего.